Доброе утро, нам сегодня не скучно. Доброе утро, зайчка. Как тебе спалось? Моя еще вот эта кучка. А у меня песочник. Моя еще вот эта кучка. Ага. Кучка из камня, кучка. Зой, как тебе спалось? Я сегодня. Нормально? Хорошо, ты умылась, да? Сейчас пойдем прическу делать, да? С вот этой? Хорошо. Это наш завтрак. Доброе утро, Фофа. Фофа, забейте, вы меня забелете? Забелете? Нет, мы вас не забелем. Чаек пьем с трубочками. И тосты с маслом. У нас тут у Антохи тренировочный листик, письмо Деду Морозу. В школе они еще букву Д не учили. А дома учим. Мы дома уже много знаем букв. Да? Просто слово Дед Мороз-то начинается с буквы Д, да? И Довгаль. Да, и Довгаль начинается с буквы Д. Так, сейчас я себя приведу в порядок. Вот смотри, я эти все три слова, я первое вчера не дописал, сейчас второе пишу уже, да, почти дописал, и третье, а потом сегодня пожелания будем. Да? Да. Что, их там много пожеланий? Ну, где-то 3-4. Да? Хорошо. Маргарита была в шлепках. Вот ее шлепки розовые. Давай. Ты с бабушкой, с девушкой, да? Все, а тете Вере скажи спасибо, до свидания. До свидания. Все, пока. Давай. Ну что, дети у нас поночевали. Мы матрасы ложили на пол. В общем, кто-то спал здесь, кто-то на диване на разложенном. Что здорово вчера было. Я, правда, вчера влог не снимала. Вот, не знаю, потому что мы то вязали, то потом мне было что-то так плохо. Я прям легла и лежала, и только часам, наверное, к 9 встала. И тут и все бегали, и родня как раз приехала. В общем, было здорово. Все играли. Прям так было интересно слушать их. Когда дверь здесь была открыта, мы уже легли спать, они тут сами были. Ну, естественно, чтобы девочкам было не страшно, там свет в ванной у нас всегда горит. И мы лежим, слушаем, они так чудно рассуждают о чем-то. В общем, здорово было, детям тоже понравилось. Вот сейчас они уже поехали домой, а я готовлю обед. Проснулись мы где-то в 9. Вот пока позавтракали, сижу, не мне сейчас тут... Гуся разделал две части на суп. Вот одну сейчас буду суп с чечевицей варить. И еще нужно что-то на второе приготовить. Хочу его в духовке запечь соевым соусом. И потом что-то придумать. Или кашку какую-то отварить. В общем, что-то на ходу буду сочинять. Так, готовлю суп. Сварился здесь бульон. Сейчас я его сюда процежу. Начистила картошку, морковку, лук. И вот такой вот с розовой чечевицей буду готовить. Очень быстро варится, поэтому очень удобно. И суп получается как будто бы гороховый, могу сказать. Ну что, вот мой супчик почти готов. Здесь картошка, морковка, лук. Осталось только промыть чечевицу и добавить ее. А тем временем я тут мяско. В общем, все кусочки сложила, порезала лук, чесночок. Сейчас делаю заливку. Это мой любимый соевый соус. Ну что, вот моя плошка для соуса. У меня здесь вот такой терияки, но это соевый соус с имбирем и еще с чем-то. Вот. Вливаю. Сейчас сюда добавлю горчички, немножко подсолнечного масла, и все, можно заливать сюда. Можно еще медик, кстати, добавить. Ну все, я все здесь перемешала прям руками, так что все супер. Теперь все это в духовку. А это кто такой за зайчик? Зайчик, у тебя что там во рту, печенье? Так что сядь за стол и не прыгай. Когда ты ешь, ты, пожалуйста, не прыгай, ладно? Так, все, у нас обед, сейчас папа зайдет. Это что такое? Так, кушать! Всем кушать! Наконец-то на улице, у нас тут до сих пор туман, представляете? Уже 2:30, и до сих пор туман. Вот там вдалеке все видно, что ничего не видно. В общем, сегодня вот такой вот у нас денек. Грише пришло письмо от одноклассника.
от Димы Захарченко, да? Ну, круто. Привет, Гриша. Сегодня... Ну, читай уже про себя. Ну что, интересно? Девушка, это не письма? Нет, вот вам. А, это квитанции? Это квитанции. Ага, да я вчера ж ездила на почту, получила. Да. Тот? А там какой горлочив, какой адрес? 11? А, 10 написано? Так, это уже третья стирка, представляете, за сегодня, потому что темного белья очень много. Вот. Порошок у меня тут за дверью. Все. Получается, я больше 40 грамм. Вот 50, наверное, грамм, да? Полный стаканчик порошка. Засыпаем. Все без всяких ополаскивателей. Без ничего. Включаю на... Сколько? Вот час 03, но я, как всегда, еще полоскание дополнительное. Вот час 12. Еще вот немножечко светлого тоже потом заложу. Улица очень сыра, очень влажно. Вот прям в воздухе даже витает этот капельки. И такое ощущение, как будто дождь был. То есть все такое мокрое. Вот. И что хотела сказать, что дети переодеваются, вот они выходят раза три, наверное, на улицу утром, вот в обед, и потом еще вечером выбегают, и получается они три раза грязные вещи, потому что они все равно играют в футбол, коленки в любом случае грязные, и то есть это получается трое штанов в день, 9 штанов всего, это такое у детей, еще у нас тоже сижуней, поэтому одежды, конечно, зимой много, достаточно, она все такая же объемная. Вот, так что уже это третья стирка, еще светлая будет четвертая. А я тут лежу. Папуля все купил. Гриша, есть. Че, там все купили, Гриша? Да. А, кушать? Ну, пошли. Да, да, сейчас я вылезу. Раздевайся, давай. Вообще ни обзора, да, не будем на покупке. Да. Как это не будет? Мама ради этого встанет. А так бы мама бы лежала, не вставала. Кофе. А это что? Влажные салфетки. Так. Печеньки. Сосиски. Туалетная бумага. Заметь, лежит вместе с сосисками. Так, это нам на завтра водичка. Кстати, со вкусом травы. Прикольно, водичка. Привкус это. Так, Гриша, иди раздеваться. Так, сосиски. А макарончики? А что, были макароны там? А я, по-моему, писала, нет? Я, наверное, забыл. Ну, пусть тогда так будет. Или не было макарон? Да, слушай, а может это... А может это сосиски, я так говорить? И потом, может, сыры расплавленные? Макароны были, и огурцы были. Может, еще один пакетик где-то, нет? Нет. Так, смотрим монстра на каникулах. Чешу Григорию ножки. Следующий папа на очереди, да? Как хорошо все-таки на матрасе, да, Гриш? Супер вечер. А завтра просыпаемся в 4, наверное, или даже раньше, Сержень? Сержня, во сколько лучше проснуться? 3 ночи. 4 хватит? А во сколько надо? В 4:50 уже там надо быть, в Мышастов. В общем, в 4 часа подъем. Едем в Ростов завтра. Завтра. Хорошо, что автобус уходит с Мышастовки.